Создание в России благоприятных условий для развития новых промышленных технологий. Такую задачу поставил сегодня перед участниками заседания Президентского совета по модернизации экономики и инновационному развитию Дмитрий Медведев. Премьер отметил, что это позволит переформатировать экономику из сырьевой в инновационную. По словам Медведева, несмотря на санкционное давление, из-за которого наша страна лишена доступа к значительной части мирового рынка технологий, нужно мобилизовать усилия для более активного развития этой сферы. Нельзя упустить те возможности, которые связаны с формированием новых технологических рынков. Смысл национальной инициативы как раз в том и состоит, чтобы создать в нашей стране условия для развития отраслей, которые станут ведущими отраслями в мировой экономике, может быть, даже не сейчас, а через 20-25 лет. Инициатива ориентирована на выявление среди формирующихся рынков тех, которые отвечают запросам массового потребителя с одной стороны, а с другой стороны имеют самые значительные перспективы роста.